Нет, я не хочу на стриме обозревать ничего. Я уже сказал про него вкратце, типа имбалансный герой. Со скиллами, которые уже есть в доте. Скопировали пассивку Бристлбека, скопировали ульту обезьяны. Оригинально? Ничего не скажешь. Я шахматист. Лоу ПТ шахматист. Ну, бля, начало такое. Я тусик. Сейчас подрублю Нытича, ну как так? Почему уже кто-то моих троллей собирает? Блять, почему? Он с самого начала начал уже хуярить меня. Монка ХМ, 4 пайерс. Сука, он тусика собирает, ну ты урод, бля. Зал главный урод. И сларда разобрал. Блять, ну такая мразь, ну просто пиздец. Гоблины. Ну, хз. Батрайдер можно затащить, на самом деле. На бомбу срочно. Он не кинул бомбу! Он не успел бомбу кинуть! Блять, как всегда не повезло в микромоменте. Он почти кинул бомбу, но он передумал потом и не кинул ее, потому что ему клок сбил и все, и он передумал. Я ебал. Батрайдер бы затащил, скорее всего, если бомба полетела бы. Я понял, блядь. Отлично. Что это у меня за говно, блядь? Говно говна! Сейчас буду проигрывать каждый раунд. Я проебал, короче. 8-е место. 10-е место сейчас будет. Опять антимаг левел 2. Они что, ебанутые? Как они все собирают антимага левел 2? И не превратился! Как... Ёбаный рот! Просто мне... У меня каждый раз так... Меня челы не могут кастануть. Они замахиваются, они кастуют. Всегда одно и то же. Ладно, у меня вроде лустрик будет. То Вичдок тогда не успел кастануть, то этот чел не кастует. Всегда никто не кастует. Бля, мы выиграем сейчас. Ой, бля. Хотя... Не, мы выиграем, наверное. Хотя... Не, мы вроде выиграем. Но это плохо. Это плохо, что мы выиграем. Блять. Я не хочу выигрывать. Мы ведь проиграем? Не, вряд ли. Нереально. Луна тащит, пиздец. Ёбаная луна выиграла мне. И минус лустрик. И теперь в итоге... В итоге теперь супер хуёво. Не знаю, блин. Ну, в итоге я проиграл. В смысле, я выиграл, а чё толку? Мне ничего не приходит. Я не смогу дальше выигрывать, скорее всего. Ой, блядь, придется, наверное, левелап делать, чтобы батрайдера поставить еще одного. Превратись, превратись, найс. И... Что, блядь? Мне всегда супер не везет! Как он не превратился? Пизда, блядь. Ладно. Вы это видели? Он опять замахнулся и не превратился. У меня такие ситуации 24 на 7. В решающий момент челики не кастуют. Хорошо, хоть выиграли, луна тащит, пиздец. Челы мои карты умудряются собрать. Как у него может быть Doom 2 на 14 раунде? Вдумайтесь, блядь. Ну, это нереально. Full рандом просто. А у этого чела тролль уже. Эйбал, ну, эйбал, короче. Нереально. Тролль, мой тролль, уже есть. Doom 2, мой, уже есть. Второй Doom, не первый Doom, а второй Doom. Как, блядь? Как? Мне никогда в жизни не было левел 2 фиолетового на 6... шахматах, ну, в смысле, картах. Ебать. Короче. Просто нереально. 8-е место, супер изи. Так, ну все, если я не апаю сейчас тролля, то это поражение в любом случае. Ну, типа, можно, конечно, уровень сначала апнуть, но это, блядь, не то. Я должен тролля найти. Иначе нет смысла апать уровень, в этом проблема. Его просто нет. Ой, ебать. Это вообще интересно. Ну что? Хуй знает.
I'm the bro. They'll never find your grave. The dragon comes for war. Ебать. Ух, перспектива! Ух, ебать. Сколько тут может быть у меня? Ну, я сейчас потеряю много хитпоинтов, наверное, да. Потому что у меня хуйня опять. Ну, может быть, немного, но походу много. Убейте хоть кого-то еще. Убейте двоих. Два. И все. Ладно. Окей, левел 2 тролль. Почти левел 3 ликантроп. Блин, надо затерпеть еще, наверное. Надо уже не лапаться, надо терпеть. Мне хватает хитпоинтов затерпеть. Надо затерпеть, да. Окей, левел 2 тролли. Это шансы какие-то намечаются. Ну, блин, надо добить ликантропа теперь, чтобы место появилось. Супер важно, ска. Как мне его прикрыть, чтобы он не умирал? Даже хуй знает. Так, на тебе, на тебе. На тебе, хотя нет, на тебе. Так, подождите. Надо было паролить, наверное, зря я не паролил. Бля, и раз-то нету левел 2, потому что я его проебал в свое время. Охуенная история. Ой, блядь, много хитпоинтов потеряю. И тролль умирает сразу, ну что ж такое? Хотя он прожил и убил двоих, это пиздец, тролль такая имба. Какая же тролль имба, это пиздец. Он умудрился прожить под фокусом и убить двоих. Мы проебали. Ну это, кстати, не страшно. Я потерял чуть-чуть. Думал, потеряю дохуя. Блин, если бы я сейчас апнул ликантропа и дожил до 9-го, в теории можно камбэкнуть. Надо апнуть ликантропа, супер важно. Что мы вообще ищем? Ух, ебать! Ух, ебать! Тролля надо прикрыть. Ух, ебать. Левел 3. Я даже никогда не видел левел 3 ликантропа вроде. Да, срочно 9 уровень. И 6 воинов. Так у меня нету 6 воинов, блять. Его захексили? О, нет! ВТФ! Бля, я против тролля второго. Ну, бля. Он еще не кролит второй у него. Ой, в пизду, мне пизда. Это нечестно. Посмотри на его билд. У него все есть вообще. Вообще все. У него вообще все есть. Как же это, сука, супер нечестно. Мне еще зах... Он просто играет тоже троллями и... Он мне мешает. Мне теперь нужен кунка, чтобы у меня было 9 воинов. Ну, в смысле, не 9 воинов. Ну да, 6 воинов. Блять, как же уебищно все. 8 на 32. Окей, так. Что я должен сделать? Надо прикрыть тролля ебаного. Мне нужен кунка. Нет, мне нужен не Драгонайт, мне нужен кунка. Кунка, кунка. Мне нужен Раста. Левел 2. Что за хуйня происходит? Где Раста? Какой 2 Тайтхантера? Вы рофлите? Нету кунки, Тайтхантера ультанут в итоге из этого. Потому что нету кунки. Был бы кунка, Тайтхантера бы не ультанули. Пизду, блядь. Ликантроп получил дум. Прикольно. Справедливо. А, блядь. Все не так. У меня все не так. Мне не хватает кунки и... Блядь, как у чела могут быть такие карты? Я до сих пор не понимаю. Как же противникам супер-мега везет? Как будто каждому нереально просто везет. У каждого просто какие-то колоссальные юниты. Эх. Если бы был бы кунка, можно было бы сайленсить Тайтхантеров. И они бы не ультанули. А так они ультуют. И я теряю столько хитпоинтов, потому что у меня нету кунки всю игру. Мне хотя бы левел 1 кунка. Посмотри на эту хуйню. Два думал. Блять, я не могу на это смотреть. Ебать. При том, что я споймал все-таки левел 3 ликантропа и тролля второго. Там у каждого еще больше везения. Посмотри на вот это. Это как? Как это, блять? Как? Я ни у кого тут не выиграю даже. Откуда у них столько? Это ж просто, ну, нереально. Я проебал, наверное. Я вылетаю. Там баф гоблинов, мне пизда точно. Там очень много. Мне столько нету, чтобы это победить. Там уже очень много. Это, ну, нереально. Там очень много. Так, это нечестно, блядь. Там прямо очень много. Бля, у каждого противника
Просто какой-то... Ну, там просто очень много. Это просто... Просто, блядь... У меня третье место? Как это, блядь? Не может быть. У меня четвертое. Мне еще не повезло с местом. Я вылетел чуть позже и получил четвертое место третьего. В каждом микромоменте супер не везет. Блядь, тут настолько много. Это этому проебал? Да, этому. Два левел 2 Дума, баф гоблинов, Кунка левел 2 и Лундруид еще. Это просто, ну, блядь. Как же мне не везет по сравнению с... У него 10 уже юнитов, кстати. Мне даже отдаленно не хватало золота на левелап 10 уровня. Я настолько позади всю игру. Я просто, блядь, за километры от них. У меня нихуя нет по сравнению с ними. Посмотри на... Блядь. Два... Блядь, я не хочу досмотреть, короче. Фу, бля. Это жопа горит. Как же не везет. Как же там... Я все силы приложил, чтобы хоть что-то споймать. Вроде споймал, но смотрю, у противников там вообще пиздец. Там уже 10 уровень и просто все есть у каждого. Ну как? Как может быть все и у каждого? Это единственное, что я не понимаю. Чел, ты ничего не понимаешь. Я не хочу даже объяснять. Ну что еще? Нет, не хочу. У меня среди 8 игроков самый худший заход, у меня вообще ничего нет. Вообще. То есть, дело не в этом, наверное, что у меня просто, ну... Мне нечего даже... Я не могу играть, мне ничего вообще нет. Вообще ничего. Даже отдаленно. Я не знаю, что мне делать. У меня вообще все на нулях. Мне из игры можно ливать, на самом деле. У меня просто, ну... Я не могу играть. У меня ничего нет. Я даже не могу вспомнить, что у меня было настолько хуёво. Прям 0 из 10. Морфы, блять, луны, тимберы. Хуй прослышь вообще что там. Здесь тоже какие-то морфы, блять. Кайф, алхимик. Зачем мне алхимик? Я что, гоблинами играю, блять? Ну что это за хуйня? Они еще рофлят? Так, луну надо будет продать, наверное, правильно. Вот что у меня сейчас? У меня тускар левел 2, тренд, энча, бист и левел 1 уроды вот эти вот. Что это такое, блять? Ну что еще? Что это такое? Ты делаешь одно и то же в каждой игре. Да что ты за хуйню несешь? Что ты за супер хуйню несешь? Они делают одно и то же. Что ты несешь, блядь? Вот тебя и вынес. Да, все, я даже не хочу это слушать. Нахуй ты это пронес? Это неправда, это ложь. Я не делаю одно и то же в каждой игре. Это неправда. В этой игре у меня просто нет ничего, и все. И все, и все, и все, и все, и все, и все. У меня просто нету ничего, и все. И все. И все. И ничего, и не более, блядь. Просто нет ничего и ничего не сделать. Вы можете выиграть? Ясно, не повезло. Если бы оно в дерево полетело, я бы выиграл. Но сори. Я бы мог выиграть раунд и продать луну, у меня было бы 30 золота, а так хуй. Ёбаный баф гоблинов. У чела просто левел 2 челики, а у меня левел 1. Ну, типа, левел 2 друид несравним с левел 2 гоблином, очевидно. Это вообще неравная хуйня. С этого лузинг стрика была бы польза, если бы я играл с тротой, которая может выиграть, правильно? Типа, гоблинами играл бы или троллями плюс воинами. Я играю каким-то говном. Мне лузинг стрик бесполезен. Вот этот чел может выиграть. У него тут перспективно. Если ему тролль придет, он выиграет. Но пока тролля нет, то пока у него ничего нету. Надо что-то поролить. Я даже не знаю, что ролить. Что я ищу вообще? Блять, что это за... Ну, почему самое говно кидает? Типа, самое супер говно. Бля... Enchanted, I'm sure. Бля... Вот Windranger это хорошо. Только теперь я потеряю золото. Разумеется.
никого даже добить не могут, блядь, ёбаные дебилы. Я теряю золото, у меня ОФК пришивы эрки, чтобы у меня было золото меньше 50. А до этого они прийти не могли, нет, 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 никак, нет, не могли, нет. Просто охуеть можно. Сейчас еще пройду волкам. Так, в эрку сюда, дерево сюда, нет, дерево сюда, энча сюда, бестмастер, нет, бестмастер сюда. Так, снайперу не вай пизда, снайпер ничего не сделает. Встань сюда, я не знаю, как хочешь. Почему у меня ничего не собирается? Ну что еще? Бля. Чел. СФ сильный персонаж? Ты когда последний раз в эту игру играл? СФ уже давно не сильный. СФ это байт на поражение. Просто байт. СФ сильный у магов, например. И что мы имеем? Непонятно, блять. Что это было? Кого подкопал? У него 2К ММР! Вы это видели? Я проебал файт из-за того, что у меня какой-то придурок... А, не, я выиграл. Кого подкопал? Там 2К на СК. Как, блять... Не знаю, я хочу, по идее, 6 хантеров и 4 беста, правильно? 4 беста — это лондруид, анча уже, потому что она левел 3. Не знаю, кто еще. Посмотрим. У меня второго бестмастера вместо дерева. Ну да, 6 хантеров, 4 беста. Это типа, ну, очень много дэмэджа, правильно? Очень много дэмэджа. Баф бестов и баф хантеров. Ну, типа, я не соберу это. Потому что мне не везет. Там нужна вторая медуза, как минимум. Чтобы выжить хотя бы. Это нереально. Лондруид не вызвал мишку. Это было справедливо. Справедливо. Ну все, я вылетаю, правильно. Тут, наверное, 11 дэмэджа будет. А, нет, 13. Не, 13 не будет. Я жив каким-то образом. Ну, вы видели, просто пизда. Стандарт. Почему у врага есть, блядь, все, сука? Ну почему, блядь? Почему у него мой лондруид? Почему у них все есть у всех? Мой лондруид даже не юзает кнопки свои. Типа он не хочет. Блядь, я не понимаю этого. Как же мне не везет? Как же мне... Как? Как, блядь, может так не вести? Бля, я не могу больше. Ебать, как может так сильно не вести? Ничего нельзя никогда найти, вообще ничего. Да, что, чем не играю, всегда ноль всего. Ноль, блядь, ноль, ноль, ноль. Нельзя никогда найти ни один апгрейд. Ты находишь апгрейд, когда ты уже проебал, когда уже игра закончена. А не, я медузу не нашел. Как сильно не везет, как сильно не везет. Как я заебался ныть. Как я заебался ныть. Пока. Всем пока, лицо, рука. Вот это да. Каждый стрим авточес, он идентичный. Просто невероятное невезение. Невероятное. Именно невероятное. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.